Полиция задержала 22-летнего жителя Ивановской поселковой общины, подозреваемого в разбое на объездной дороге возле села Корсунце. Злоумышленник разбил стеклянную бутылку, сделав розочку, и, угрожая 20-летней девушке, которая шла домой, отобрал у нее мобильный телефон. Когда преступник убежал, потерпевшая обратилась за помощью к прохожему, который вызвал полицию. Правоохранители нашли подозреваемого за несколько дней. Задержали его по месту жительства. Как оказалось, мужчина уже привлекался к ответственности за грабеж и кражу. Телефон он успел продать. Полицейские устанавливают местонахождение устройства. Доброго дня, за побіжного заходу підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. За скоєним йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.